Добрый день. Специально для тех, кто устал смотреть мои двухчасовые обучающие видео, я сегодня расскажу про простенькую головоломку от компании ЧИИ. Это стандартная версия кубика О2 куб. Есть еще версия со спиннером, но ее я покупать не стал. Дизайнер Александр Сосновский. Судя по внешности и фамилии, он явно родом не из Китая, но раньше почему-то я о нем не слышал. Кто владеет информацией, поделитесь. Код товара EQY825. Например, другого я не нашел здесь. 6+, черный с цветными вставками. Давайте сразу открывать. Кстати, на этой упаковочке я заметил QY, то есть сокращение, раньше вроде не было. Инструкция и кубик. Больше ничего. Размером эта головоломка, ну, чуть меньше обычной трешки. Действительно, черный пластик и цветные пластинки. Здесь мы видим логотип Мафанги. Ну, это, видимо, логотип Сосновского. Буквы C, M, I. Как вращается? Ну, вращается в центре. В спиннер-версии, как понимаю, можно было вот так вот вращать еще, и оно бы вращалось быстро. Вот такой вот чудовищный функционал. И вот так вот можно перемешать. В принципе, это все возможности данной головоломки. Посмотрим на инструкцию. Здесь есть подробное обучение сборки. Написано O2 Cube Tutorial или 02 Cube Tutorial. Не уточняется. С одной стороны по-английски, с другой по-китайски. Но я думаю, мы справимся с тем, чтобы эту головоломку собрать. Давайте попробуем. Поставим синий на место. Зеленый автоматически встал. Ну и вращаем все остальные. И все собралось. Ну, по сути, два движения для того, чтобы собрать головоломку. И пару движений, чтобы перемешать. Можно делать, конечно, больше. Но соберется, скорее всего, опять за два. Давайте белый сюда. Наверняка желтый на месте. Ну и вращаем оставшиеся 4. Вот так вот собирается O2 куб. В то время, когда эту головоломку только анонсировали, я видел пост от компании YJ, в котором говорилось, что они что-то подобное придумали раньше. И придумали три версии. Называется TinYuan куб, если я правильно произношу. А версия 1 это практически то же самое, что O2 куб. На второй я не понял, какие дополнительные разрезы есть. А на третий еще, я так понимаю, ну, само тело. Сам кубик вот этот должен как-то вращаться. Не только центры, но и как 2 на 2, что ли. Должно происходить вращение уголков. И, по идее, я планировал купить именно все три версии от YJ. Но почему-то в продаже они не поступили. Я не видел, чтобы они продавались. И за компанию с другими головоломками я купил O2. Рекомендовать к покупке не буду, но это подойдет как сувенир совсем начинающим, либо людям, которые не увлекаются головоломки на серьезном уровне. Скоро Новый год, и подобное можно подарить совсем маленьким деткам, либо тем, кому головоломки не очень интересны. Потому что с таким справиться, думаю, может каждый. Как-то вот так. Вращается неплохо. Не скажу, что это происходит удобно. Но для этого функционала вполне достаточно. Давайте уж соберем. Пусть будет собранная. Вот такая вот забавная головоломка. Есть у меня для вас еще одна такого же уровня. Но в скором времени расскажу и про нее. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.